Государственную Думу просят ужесточить ответственность за езду на автомобиле с непристегнутыми ремнями безопасности. Об этом сообщает интернет-портал «Рамблер». Обращение с просьбой разработать соответствующий законопроект спикеру Госдумы Сергею Нарышкину направил руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. Согласно предлагаемым им изменениям, водитель, который регулярно попадает на непристегнутом ремне, в первые два раза заплатит 1000 рублей, как и сейчас. В третий раз штраф составит уже 3000. За последующие нарушения в том же году 5000 рублей. Как рассказал замглавы ГИБДД страны Владимир Кузин, 5,5% аварий заканчиваются тяжелыми травмами или смертью водителей и пассажиров именно из-за непристегнутых ремней безопасности.